Выходные для жителей Немышли начались с пожара. В частном секторе вспыхнул жилой дом. Первым почувствовал неладное сосед погорельца. Услышал выстрелы шифера. Выхожу, я рядом живу, через забор. Вижу дымяра. Туда до него. У нас там дырка в заборе. Я быстренько проскочил. Разбудил его. Спал. Ух, мотор чуть не стал. А он еще не поверил. В хате до дыма нету. Я его пошли, говорю. Местные жители рассказывают, хозяин жил в доме один. Был ли мужчина трезв, судить не берутся. Но говорят, погорелец человек ответственный, соседям ничем не докучал. Дом только обложен кирпичом, внутри перекрытия деревянные. Пламя быстро охватило чердак и крышу. Подоспевшие МЧСники предполагают, причина пожара – замыкание электропроводки. Было вызвано дополнительно два отделения из-за того, что в этом частный сектор, здесь и район обесточен, и ближайший гидрант возле 101-й школы – это отсюда 200 метров. И так как дом деревянный, близко стоят и по Пулковской, вот три рядом дом стоит, и там рядом пристройка. И для того, чтобы быстрее ликвидировано, было вызвано дополнительное отделение. Почти 20 пожарных справились с огнем за 15 минут. ЧП обошлось без жертв. Ксения Ба, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».